собирается в путь дорогу. И кто так замер, шлеечку на нее примерили. У зайки маленькая синенькая, да? Собираются они в путь дорогу дальнюю. Их тут все провожают. А девчонка прям замерла, говорит, как ты, что-то странное на меня одели. Да, говорит, что-то странное на меня напялили. И скажи, понять ничего не могу. Да, твои детки собираются в путь дорогу. И что, мы сняли, да, почти? А я смотрю, она вот так... Почти сняла. Ты платье сделала себе, да? А, ты молодец, ты не снял, да. А ты почти сняла и ворчишь на всех, да? Ты не хочешь, да? Колесенька, вам и переноску уже приготовили, и вторая переноска готова. Все готово к дороге дальней, покажись, покажись. Вон, как мы сделали шлейку. Скажи, не умеете закреплять? А я умею раскреплять, да? Юбка у тебя, да, получилась? Шейхунчик с сыном прощается, да? Колесики маленькие. Пойдем снимать. Ну что, последний гугуль тут? А, красотка наша? А, красотка? Сейчас поедете в путь дорогу, да? Сейчас нацелуемся, намилуемся перед дорогой, да? Сейчас поедете, поскачете. Вот и заяц. Рододуль, рододулечка, идем, идем, милая девочка. Кто будет хвастаться косточками и игрушками? Так как ты хвастаешься, никто так не хвастается. Да, мой деловая колбаса. А, зайкин, зайкин. Так, идемте сюда, идем. Зайкин. Вот он, зайкин, зайкин попрыгайкин. Хороший мальчишка, да. Ой, у зайкина тоже вся шлейка там муслякана. Он ее тоже всю муслякал. Да? Шлеечка непривычно, скажи. А это поорут сейчас она кому-нибудь даст по мордульке еще, да? Нет, ты никуда не поедешь. Никуда, никуда. Заяс, а заяс? Скажи, да, будем прощаться. Кошку скажи. Что там бегать? Нет, надо побежать. О, понеслись. Вот так. Радуль, пойдем целоваться лучше. Рододендрончик. Рододулька и зайкунька. Вот так вот в дорогу они собираются у нас, малышня, карандашня. Хорошие вам дорожки, миленькие.